26 апреля в Казани состоится общегородская акция. Я говорю по-татарски. Данная акция является единственной в своем роде гражданской инициативой, созданной силами энтузиастов из числа татарской молодежи. В этом году она состоит из нескольких мероприятий. Квест-игра «Татар-дозор-2018». Вручение антипремии «Тяжело с татарским». Рейтинг исполнения закона о двуязычии «Без татар». Конкурс в школах Татарстана и концерт на улице Баумана. В связи с проведенной работой в Казани состоялась пресс-конференция по вопросам организации предстоящей акции. Необходимо отметить, что к ее проведению привлечены предприятия торговли, включая крупные торговые сети. Если мы будем сохранять свою еду, сохранять свой язык вместе, да, вот с такими акциями, с визуальными какими-то вещами, да, с оформлением, которое мы делаем, если мы будем сохранить нашу одежду, то, что мы тоже делаем, да, вот на мероприятии, то мы на самом деле сохраним и будем двигать вперед. И будем двигать вперед не только среди молодежи, а также и среди будущих поколений, которые растут. Из года в год акция «Я говорю на татарском» заметно развивается, появляются новые проекты. Организаторы обещают настоящий праздник для жителей Казани и других городов Республики Татарстан, в которых пройдет данное мероприятие. Как отметили спикеры, основные цели акции – это поддержка функционирования татарского языка в городе, расширение границ его использования, помощь в формированию новой городской татарской культуры. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.